Здравствуйте. С возвращением на поле вас. Скажите, пожалуйста, вы полностью восстановились и готовы ли сыграть 90 минут? Вячеслав, buongiorno, buon rientro. Si è recuperato 100%. Lei è pronto a giocare tutto il tempo. Здравствуйте, спасибо. Да, я полностью восстановился, готов играть. В Туле уже 20 минут сыграл, поэтому все хорошо, готовлюсь. Buongiorno, grazie. Sì, mi sono ripreso, mi sono recuperato completamente. Anche a Tula ho giocato per 20 minuti e quindi tutto bene, mi sto preparando. Сергей Тимирман, пожалуйста. Сергей Тимирман, ТВ, как раз тут вопрос об этом. Хватило ли этих 20 минут для того, чтобы войти в игровой тонус, почувствовать его? Sì, infatti la mia domanda riguarda proprio questo. Questi 20 minuti sono stati sufficienti per sentire, percepire il gioco? Ну, да, в принципе, хватило, потому что я тренировался всю неделю, поэтому тут даже если бы меньше было, мне кажется, это никак бы не повлияло. Sì, in generale sì, perché mi sono allenato per tutta la settimana e anche se ci fossero stati meno minuti, forse non avrebbe avuto nessuna influenza. Гош Чернов и затем Сергей Еременко. Вячеслав, соперники хотелось бы вас спросить, когда прошла жеребьевка, Криштиану Роналду еще был в Ювентусе, но потом он перешел в Манчестер Юнайтед. Вы больше расстроились, что не сыграете с ним против такого именитого футболиста, или обрадовались, что состав Ювентуса таким образом ослабел? Invece la mia domanda riguarda gli avversari. Quando c'è stato il sorteggio, Cristiano Ronaldo era ancora nella Juventus, poi è passato dalla Juventus alla Manchester United e quindi è stata una delusione o piacere per lei? Ну, если честно, мы об этом не думаем, мы думаем прежде всего о команде и в команде Juventus. Естественно, очень много исполнителей, топовых футболистов помимо Криштиану Роналду. Поэтому я думаю, тут нечего больше сказать. Sinceramente non ci pensiamo, pensiamo alla Juventus, a tutta la squadra e nella squadra ci sono molti calciatori di altissima qualità, quindi non posso dire niente. Здравствуйте. Ну вот о нынешних игроках Ювентуса чаще всего на левом фланге потенциально ваши соперники там играют Александра и Адриан Рабьо. Можете ли сейчас про них что-то сказать? Может, что-то уже разбирали? Вячеслав, buongiorno. Parliamo invece del fianco sinistro. Di solito lì giocano Rabiot e Alexandra, che sono i suoi avversari diretti. Che cosa ci può dire di questi due giocatori? Естественно, это квалифицированные футболисты, тут нечего больше добавить, но единственное, там может сыграть и Кьеза, и Бернардески, то есть там очень хорошая атака, поэтому там гораздо больше квалифицированных, опять же, футболистов. Ovviamente sono due calciatori molto qualificati, molto competenti, ma ci possono giocare anche Chiesa o Bernardeschi, il loro attacco è molto buono. Вопрос от коллег из Италии, Enrico Zambruno, через Zoom, пожалуйста. Passiamo alle domande dai nostri colleghi italiani. Enrico Zambruno, prego. Juventus TV, le chiedo qual è secondo lei il maggior punto di forza della Juve per quanto riguarda la partita di domani. Grazie. Добрый день, Enrico Zambruno, Juventus TV. Я хотел бы спросить, по вашему мнению, какая главная сила Ювентуса в том, что касается завтрашнего матча? Сильная сторона. Ну, у них много очень сильных сторон. Естественно, как у любой команды, есть сильные, какие-то слабые стороны. Вот. Но мне кажется, у них, естественно, прежде всего командная игра, очень хорошая оборона, атака. Естественно, у них все в этом плане в порядке. Поэтому, естественно, сила больше в командной игре. Ovviamente è una squadra molto forte che ha molti punti di forza e come qualsiasi altra squadra ha dei punti di forza e ha magari dei punti deboli, però loro hanno un buon gioco di squadra, una buona difesa, buon attacco e quindi sono preparati.
Последние два вопроса Вячеслава, пожалуйста, здесь. L'ultima domanda, Вячеслав, prego. Здравствуйте, Вячеслав. Роман Шлуинский, спортивная редакция ТАСС. Какие, в принципе, ожидания? Ведь приезжает лидер группы, сейчас набрал ход Ювентус, 5 побед подряд во всех чемпионатах, Зенита сейчас 2 поражения подряд. Нет ли какой-то нервозности, может быть, в команде? Quale aspettativa avete per la partita di domani, visto che a San Pietroburgo arriva il leader del gruppo che ha avuto 5 vittorie consecutive, invece lo Zenit ha avuto 2 sconfitte consecutive. Quali sono le vostre aspettative? Нервозности нету, естественно, ожидает очень тяжелая игра. Все-таки это Лига чемпионов, и тут даже несмотря на наши неудачи, тут нет времени расстраиваться, надо готовиться и стараться брать очки. Non siamo nervosi, però visto che si tratta di una partita molto difficile, una partita di Champions, quindi non dobbiamo essere delusi, dobbiamo allenarci per prendere punti. Последний вопрос. L'ultima domanda. Вячеслав, на этой неделе у «Зенита» 2 серьезных матча. Один с «Ювентусом», второй с «Спартаком». Лично для вас важнее победить «Ювентус» или «Спартак»? Questa settimana lo Zenit ha 2 partite molto importanti, una contro la Juventus, l'altra contro la squadra Spartak. Per lei, nello specifico, quale partita è più importante? Ну, ближайшая игра с «Ювентусом», поэтому сейчас все мысли о «Ювентусе». La prossima partita sarà contro la Juventus, quindi adesso tutti i nostri pensieri sono concentrati attorno alla Juventus. Вячеслав, спасибо для вас. Спасибо, до свидания. Вячеслав, grazie. Le domande per lei sono finite. Коллеги, ваши вопросы главному тренеру «Зенита» Сергею Симаку. Гоша Чернов, пожалуйста. Коллеги, prego, le vostre domande per l'allenatore dello Zenit Сергей Симак. Здравствуйте, Сергей Богданович. Готов ли сыграть Ракицкий? Здоровы ли все остальные, помимо Здоева? Buongiorno. Vorrei sapere se Сергей Ракицкий è pronto per giocare e se gli altri giocatori sono disponibili. Да, кроме Магомеда Здоева, все остальные работают в общей группе и могут принять участие в матче. Sì, tranne Magomed Ashdoev, tutti lavorano nel gruppo generale e quindi sono disponibili per la partita. Да, пожалуйста. Скепанович, у Ювентуса 5 побед подряд. На ваш взгляд, против Ювентуса сейчас будет тяжелее, чем против Челси в сентябре, и почему? La Juventus ha 5 vittorie consecutive e quindi secondo lei giocare adesso contro la Juventus sarà più difficile rispetto alla partita contro il Chelsea a settembre? Сложно сказать, какая игра может сложиться сложнее или легче. Нас ждет тяжелый матч против команды, которая набрала ход, которая очень здорово действует в обороне, здорово контратакует и самое важное, добивается хорошего результата. Поэтому будем готовиться и постараемся сыграть как можно лучше для того, чтобы заработать очки. È difficile prevedere come sarà la partita contro la Juve. Ovviamente si tratta di una partita molto dura, molto complicata per noi, perché la Juventus gioca bene nella fase offensiva e anche nella fase difensiva e sempre raggiunge un buon risultato. Quindi noi facciamo il nostro meglio, ci prepariamo, ci alleniamo per prendere punti. Сергей Цимерман, и затем опять Энрико Замбруно. Сергей Иванович, мы, конечно, не знаем все кухни внутренней, но если можно, скажите, пожалуйста, установка на игру с Ювентусом будет ли, например, отличаться от какой-нибудь другой установки в матче чемпионата России, или если они у вас не одинаковые, или это тот матч, когда вообще ничего говорить не надо, и все и так все понимают? Ovviamente non conosciamo la vostra situazione interna, però vorrei sapere se l'impianto nella partita contro la Juventus sarà diverso dagli impianti per le partite all'interno del campionato russo, oppure se è già tutto chiaro e tutti capiscono la situazione. Ну, что касается установки, говорить всегда надо структурно, она не будет отличаться, но какие-то акценты, которые
делает тренерский штаб на одном или другом аспекте, и, конечно, они будут меняться. Это матчи, где, конечно, мотивационная составляющая, она присутствует по умолчанию. Нужно смотреть больше по структуре, по и говорить на установке, именно по спортивным и по игровым аспектам. Ovviamente dell'impianto se ne parla sempre, l'impianto non sarà diverso, lo staff tecnico farà alcuni accenti importanti a seconda di vari aspetti importanti per questa partita. Ovviamente la motivazione è sempre presente, ma bisogna parlare più dettagliatamente della struttura del gioco. Enrico Zambruno, Juventus TV, пожалуйста. Enrico Zambruno, Juventus TV, prego. Valutazione globale sulla Juve dopo averla studiata per la preparazione di questa partita e se c'è un giocatore in maniera particolare che lei apprezza della squadra bianconera. Grazie. Добрый день. Я бы хотел спросить в целом после вашей подготовки, после изучения игр Ювентуса, что вы в целом глобально думаете об этой команде и есть ли какой-то игрок бианконери, которого вы цените особенно? Ну, что касается игры команды, то это машина по достижению нужного результата на данном этапе. То есть команда предельно агрессивна, предельно внимательно играет в обороне, при этом очень здорово и контратакует, тогда, когда нужно, хорошие атаки проводит. И все сейчас выглядит очень и очень хорошо с точки зрения результата и, в принципе, игры. Ну, что касается выделения каких-либо игроков, то что касается атакующей линии, естественно, мне очень нравится лично Марата уже давно. Ну, естественно, и Бонуччи, Киеллини – это характер и душа команды, естественно, игрок, которым невозможно не восхищаться. Per quanto riguarda la nota generale, la loro prestazione è sempre molto buona, perfetta. La Juventus rappresenta una macchina per raggiungere il risultato. Il loro gioco è aggressivo, attento al massimo nella difesa. Anche l'attacco è molto buono, sono buoni i controattacchi. Tutto è perfetto e tutto è destinato al risultato. Per quanto riguarda il giocatore che ammiro, apprezzo di più nella squadra, mi piacciono molto diversi giocatori, tra cui posso nominare Morata, Bonucci, Chiellini. Chiellini rappresenta l'anima e il carattere della squadra Juventus, quindi non si può non ammirarlo. Timur Valeev e poi Vladimir Kolos. После матча с Арсеналом Дэйан Ловрен сказал, что на тренировках команда не слишком хорошо отрабатывает завершение атак. Прозвучало это несколько странно от футболиста самой команды. А есть ли какая-то проблема в связи с этим? Обсуждали ли вы с ним эти слова? И нет ли какой-то проблемы с самим Дэйаном, который в этом сезоне играет хуже, чем обычно, по крайней мере? Спасибо. La domanda riguarda l'osservazione di Dejan Lovren, che ultimamente ha detto che durante gli allenamenti la squadra non prepara bene la fine degli attacchi. Non sembra strana questa domanda, questa osservazione da parte di un calciatore dello Zenit? E in generale vorrei sapere la sua opinione verso Dejan Lovren, se ci sono problemi che riguardano lui. Ну, что касается Дейана Ловрена и его игры, я думаю, вообще ситуации, что никаких проблем у нас нет. Что касается индивидуальных каких-то качеств или уровня того или иного игрока на протяжении всего сезона, кто-то играет лучше, хуже. Это абсолютно нормально. Я думаю, очень сложно выделить игрока, который ровно проходит весь сезон без каких-то спадов. Или выбрать игрока, которому нет каких-то вопросов по игре. Что касается завершения, то я думаю, скорее имею в виду, что
плохо завершаем на тренировках, плохо завершаем в игре. Эта связь, она есть. Если ты плохо тренируешься, ты плохо играешь. Что касается прошедшего матча, у меня нет особых претензий к игре. К ребятам по этой игре создали много, пропустили, если брать там грубую ошибку, единственная ошибка, которой прозевали контратаку, которая привела к первому мячу, это единственная такая грубая оплошность линии обороны. В основном создали много, и исходя из слов того же Ловрена, ну и даже не исходя, нужно забивать раньше в таких матчах для того, чтобы игра раскрывалась и была возможность больше создавать и больше забивать. Потому что одного мяча для победы не всегда бывает достаточно. Достаточно Ювентусу, но не нам. Поэтому нам всем нужно работать, нападающим забивать больше, защитникам пропускать меньше, а тренерскому штабу помогать и тем, и другим, для того, чтобы мы все вместе двигались вперед. Per quanto riguarda le parole di Dejan Lovren e la mia opinione su di lui, voglio dire che la sua prestazione è buona, non ci sono problemi particolari riguardanti la prestazione di Dejan Lovren e vorrei notare che durante la stagione qualcuno gioca meglio, qualcuno gioca peggio, dipende anche dalla fase, non si può mai dire che un calciatore ha una prestazione sempre equilibrata. E invece per quanto riguarda nello specifico l'osservazione di Dejan Lovren, la fine degli attacchi, secondo me lui ha inteso che noi durante gli allenamenti finiamo male gli attacchi e allora anche durante le partite vere le finiamo male, ha visto questa conseguenza. Per quanto riguarda l'ultima partita contro l'Arsenal Tula, abbiamo fatto un errore, l'unico errore molto grave, abbiamo perso un contrattacco e voglio dire che bisogna segnare, bisogna fare più gol, segnare più nella prima parte della partita, una rete non è sufficiente per noi, come forse potrebbe essere sufficiente per la Juventus. Коллеги, к сожалению, времени мало. Последние три вопроса. Владимир Ковас, пожалуйста. Purtroppo abbiamo poco tempo. Le ultime tre domande. Здравствуйте, Сергей Богданович. И вы, и ранее Вячеслав довольно аккуратно выразились по поводу задачи на матч. Не сказали победить, но сказали набрать очки. В связи с этим вопрос. Вас завтра устроит любой результат, кроме поражения? Или я сейчас просто букваистом занимаюсь? Вы занимаетесь букваистом. Игра может складываться по-разному. Иногда команда проигрывая, спасает, и все довольны ничьей. Иногда теряет очки в конце матча, и все недовольны ничьей. Мы не знаем, как будет складываться матч, поэтому, естественно, сделаем все для победы. А насколько получится и насколько мы заслужим эту победу, мы посмотрим завтра. Siete stati molto delicati sia lei sia Vyacheslav Karavaev parlando del risultato della partita di domani. Non avete detto che volete vincere, avete detto che volete prendere punti. Risposta. Il gioco è sempre diverso, il risultato è sempre diverso. Se ci si perde, allora qualcuno può essere scontento. Se si arriva al pari, anche in questo caso ci sono le persone scontente. Quindi non sappiamo come sarà domani, dobbiamo vedere durante la partita. Facciamo il nostro meglio. Вопросы задали Филиппо Бонсиньоре, пожалуйста. Prego, una domanda dall'Italia, Filippo Bonsignore. Buongiorno, mister. Le chiedo come sta lo Zenit dopo due sconfitte in campionato e se quella di domani per voi è una partita decisiva nel cammino del girone di Champions. Grazie. Добрый день. Я бы хотел спросить, как после двух поражений чувствует себя «Зенит» и является ли ближайшая игра решающей в этом групповом туре для перехода на следующий этап? После двух неудачных матчей чувствуем себя абсолютно нормально. Это всего лишь статистика и самое важное, где мы окажемся в завершении того или иного турнира. Что касается матча завтрашнего и турнирной таблицы, я думаю, у Ювентуса хорошее положение после двух стартовых побед. И
им не так много еще нужно набрать для того, чтобы выйти в следующий этап. У нас задача сложнее, и для нас этот матч будет действительно очень важный с точки зрения дальнейших наших перспектив выхода в следующий этап. Dopo le ultime due sconfitte siamo assolutamente bene, dobbiamo pensare alla gara di domani e fare il nostro meglio. Per quanto riguarda la classifica, la Juve sta molto bene dopo le prime due vittorie e ha già una posizione buona, invece noi dobbiamo fare il nostro meglio e per noi questa partita sarà molto importante per recuperare il nostro posto. Последний вопрос Gianluca Odenino, пожалуйста. L'ultima domanda Gianluca Odenino, prego. Sì, buongiorno, volevo chiederle, visto che lei ha lavorato con Spalletti quando allenava lo Zenit, se vi siete sentiti in questi giorni, visto che Spalletti sta facendo molto bene in Serie A, ha battuto la Juventus, se le ha dato qualche consiglio. Грazie mille. Я хотел бы задать вопрос, касающийся Лучано Спалетти, учитывая, что вы работали вместе с Лучано Спалетти в его бытность тренером. Учитывая, что Спалетти сейчас очень хорошо удаются игры в серии А, он победил, его команда победила Ювентус. Я хотел бы спросить, не общались ли вы с ним по поводу предстоящей игры? Нет, пока не общались. Возможно, еще пообщаемся. Но я очень рад за Лучано. Это прекрасный человек и тренер. И, наверное, тот человек, которым я восхищаюсь и слежу за его успехами, чему еще раз повторюсь, безмерно рад. Но я думаю, еще поговорим. Но у нас достаточно, я думаю, материала для того, чтобы проанализировать матчи Ювентуса. Такая возможность у нас есть. No, non abbiamo ancora parlato con Luciano Spalletti, però io sono molto contento per lui. Spalletti è una persona, è un allenatore meraviglioso. Io sono molto attento per quello che fa, seguo i suoi successi. Forse ne parleremo ancora, ma voglio dire che finora abbiamo materiali sufficienti per analizzare e per prepararsi alla partita di domani.